Итак, игрушка вертолет с воздушным шариком. Давайте начнем собирать. Собираем лопасти вертолета. Ну, тут никаких затруднений быть не должно. В принципе, ребенок сам что-то соберет. Все, лопасти готовы. Вот так они должны выглядеть. Все, берем воздушный шар и вставляем вот таким вот образом, чтобы узкое горлышко было наверху. Все, видите, в принципе, воронку. Надуваем. Все, передавили, чтобы исключить подачу воздуха, да, чтобы он не выходил. Все, и вставляем. И полетели. Ну вот примерно так. Чем больше шарик, тем дольше будет летать вертолет. Все, всем успехов!